традиционная и современная казахская музыка, национальные костюмы и изобразительное искусство, кулинария и обычаи казахов. Все это представили на Дне культуры Республики Казахстан. Яркое мероприятие прошло в Пекине, в секретариате Шанхайской организации сотрудничества. Мы хотим продемонстрировать культурные достижения современного Казахстана и, конечно, достижения Шанхайской организации сотрудничества, способствовать дальнейшему распространению прекрасных культурных традиций народов ШОС и их сближению, укреплению взаимного уважения, понимания и доверия, а также более яркому воплощению основополагающих принципов Хартии ШОС и шанхайского духа. Основная цель этих мероприятий заключается в том, чтобы народы ШОС могли больше узнать о культуре конкретной страны, которая является членом семьи ШОС. Поэтому сегодня для участия в этом Дне культуры специально из Астаны прилетели казахстанские артисты, очень известная казахстанская группа «Туран», которая выступает на мировых сценах за рубежом, на Западе, в Америке, в Азии. Они до этого несколько раз выступали в Китае, пользуются очень большой популярностью. День культуры Казахстана стал частью плана совместных мероприятий ШОС, которые приняли в июле, когда Центральноазиатская республика стала председателем организации.